Когда я проводила сессии, некоторые люди возвращались назад в источник, откуда они произошли. Они говорят, что любовь — это невозможно описать. Они не хотят покидать источник, когда туда возвращаются. Это что-то невероятное. Все мы вышли из него. Все, что существует, создано источником и не может существовать без него. Это как клей, который держит все вместе. Если бы он исчез хотя бы на долю секунды, все бы распалось. Ничто не может существовать без этой силы, держащей все вместе. Все началось в нем. Мы все были частью его в самом начале. Его описывают как огромный яркий свет, огромный источник энергии, из которого все исходит. В своей работе я нашла, что в самом начале Бог был огромным энергетическим источником, пульсирующим в пространстве. Затем ему стало любопытно, и он захотел знаний и опыта. Но он не мог это сделать сам, как есть. Он взорвался, и мы это называем теорией большого взрыва. И от этого взрыва мельчайшие частицы разлетелись во всех направлениях. Эти частички, малюсенькие искорки, стали вселенными. Какие-то из них стали галактиками, какие-то из них стали душами людей. Если посмотреть на нашу суть, кто мы есть на самом деле, мы — это маленькие искорки, которые произошли из Бога. Мы были посланы получать опыт и учиться. Учиться всему, чему возможно, и принести эти знания назад. Так Бог учится. Он хочет все изучать. Он хочет, чтобы мы получали опыт. Поэтому не существует ничего хорошего или плохого. Все это только опыт и уроки. Мы приносим их обратно в источник. Так было все создано. Когда вы посмотрите на всю общую картину и всех наших тысяч и тысяч прошлых жизней, вы получали всевозможные жизненные опыты, которые только можно вообразить. Мы все были цветами, растениями, животными. И в теории реинкарнации мы должны попробовать стать всем, прежде чем закончить путешествие. Мы должны узнать, как это быть всем, на Земле, на других планетах или быть чистой энергией. Это не важно. Это все формы выражения источника, Бога. Мы должны изучить все, что только возможно, изучить без какого-либо суда. И мы должны принести все это назад в источник. Нас можно представить клетками в теле Бога, постоянно собирающими информацию, приносящую ее обратно к началу. Однажды я спросила, что Бог делает с этой информацией, которую мы аккумулировали и принесли назад. Они сказали, он использует ее, чтобы создавать больше. Он всегда находится в бесконечном процессе создания. И все создано с помощью любви. Любовь — это сила, которая стоит за всем. И он использует весь наш опыт, все наши знания, которые мы собрали, чтобы создавать новые вселенные, новые формы жизни. И это бесконечный процесс. Однажды я спросила, что произойдет, когда мы соберем всю возможную информацию из сотен и сотен жизней. Мы возвращаемся в источник и можем остаться там на некоторое время, потому что как только вы туда возвращаетесь, вы не хотите больше покидать его. Это так красиво и так приятно быть вместе снова. Это любовь, которую невозможно описать, и вы не хотите ее покидать. Я спросила, что же произойдет потом? Они сказали, затем он взрывается снова, и все начинается опять. Другие путешествия, куда-нибудь еще. Однажды кто-то спросил, что произойдет, когда он научится всему, что только возможно в этой вселенной? Когда-нибудь ему придется остановиться, и мы все останемся в нем? Они сказали, нет. Есть другие вселенные, другие галактики, есть другие формы существования, которые вы даже представить себе не можете. И мы всегда опускаемся в путешествие, чтобы познать, изучить
что есть еще. И в этом случае мы все есть Бог. И это не противорелигиозно сказать, что мы все Бог, потому что мы вышли из Источника, мы все были Его частью и всегда будем Его частью. Это постоянное движение, которое никогда не прекращается. И когда мы думаем об этом, наши обыденные проблемы — это ничто по сравнению с той целью, с которой мы пришли сюда. Собрать знания, информацию, помочь друг другу понять, что любовь — это основа всего. Я даю возможность людям вылечить самих себя. И когда я проигрываю запись сеанса на занятиях, чтобы ученики увидели, как происходит исцеление шаг за шагом за одну сессию, некоторые говорят: «Это чудо, этого не может быть на самом деле». Может, как только вы осознаете силу своего сознания, ваше сознание обладает огромной силой. Мы просто не помним больше об этом. Эти способности мы должны вернуть себе обратно. Мы обладаем полным контролем над своим телом. Мы можем излечить сами себя, как только поймем, какой силой мы обладаем. Мы просто позволили ей заснуть в нас на тысячи лет. И сейчас настало время вернуть ее обратно. В своих классах я учу людей делать то же самое, что и я делаю. Я начала преподавать свою методику в 2002 году. И вначале я думала, что обучаться в моих классах могут только гипнотерапевты. Я думала, что только они смогут понять, что я делаю, даже если я разработала свою собственную методику. Затем я нашла, что как раз у них больше проблем с этим, потому что их уже научили одному методу, и им трудно отойти от него. Они привязаны к нему, и для них проблематично поменять это на что-то другое. Ко мне стали подходить люди и просить: «Пожалуйста, позвольте мне учиться в вашем классе. Я хочу этому научиться». Они занимаются хилингом, разными учениями, как рейки, работа с энергиями, и они просились на учебу. И с ними у меня лучшие результаты, потому что им не нужно переучиваться. Они начинают с нуля и делают то, что я им показываю. У них все получается. Я провожу занятия по всему миру и получаю множество имейлов от моих учеников. Они говорят, что происходят те же чудеса и с их клиентами. Вы просто показываете людям, какой силой обладает их сознание. Вы сами делаете себя больным, и люди не любят об этом слышать. Вы сами делаете это с собой. Тело создано быть идеально здоровым всегда. Если что-то идет неправильно, если есть любая боль в теле, это сознание пытается вам сказать что-то. Итак, если вы делайте сами себе болезнь, и ваше сознание настолько сильное, чтобы сделать вас больным, вы можете также исцелить себя, потому что ваша сила невероятная. Все, что я делаю в моей работе, я помогаю человеку найти причину, по которой он это сделал с собой, почему он сделал себя больным. Они говорят: «Я не хочу быть больным, я в это не верю», но всегда есть причина. У врачей нет времени сесть и разобраться, что происходит в жизни человека, что происходит дома, какая ситуация в браке, что они переживают. Всегда есть причины, по которым люди создают себе болезни. У врачей просто нет времени в этом разбираться. Я трачу часы на клиента, узнаю все, что можно о нем, до того, как приступить к сессии. Тогда у нас есть идея, откуда идет проблема. Как только вы поймете, почему вы делаете это с собой, что происходит в вашей жизни, болезнь исчезнет сразу. Такую силу мы имеем в себе и даже не подозреваем об этом. Иногда я люблю трогать цветы и говорю им: «Вы такие красивые, я очень ценю вас». Можно пойти обнять дерево и почувствовать его энергию, оно живое. Все является частью Создателя. И так как мы — это часть Создателя, мы тоже являемся Создателями. Как только вы поймете это, вы сможете создать все, что захотите в своей жизни.
там, что нет никакой разницы, моего подобия. Иисус сказал, «Все, что я делаю, вы тоже можете делать, и даже больше». У вас всех есть эти способности, мы просто не осознаем это и отодвигаем их на задний план. Они есть у всех, просто откройтесь этому и верьте, что вы можете это делать. Если вы верите, что не можете, то вы не можете. Если верите, что можете, у вас это будет. Это все во внутренней системе установок. Верьте, доверяйте себе, и вы увидите, как ваша жизнь преобразится. Все, что есть в вашей жизни, это вы принесли. Вы это создали. Если вам что-то не нравится в вашей жизни, вы можете убрать это и изменить свою жизнь. Как только вы поверите, что вы действительно соединены с Богом, с Источником, наставниками, с ангелами-хранителями, они действительно хотят вам помочь и любят вас. Они хотят быть с вами и помогать. Вам нужно только научиться узнавать их и чувствовать, что они присутствуют. И произойдут чудеса. Вся жизнь преобразится. Звучит легко? Может быть, это действительно легко, а может и нет. Зависит от того, насколько вы это усложняете. Но это все существует свободно и бесплатно для каждого. Когда мы приходим в эту жизнь, мы никогда не бываем одни. У каждого есть свой представленный ангел-хранитель, который должен быть с вами всю жизнь. Ангелы-хранители заботятся о вас и помогают вам, но они не могут вмешиваться. Большинство людей думают, что они одиноки. Они просто не знают, что у них есть ангелы-хранители, представленные к ним, когда они родились. И так как они не имеют права вмешиваться, если вы их не просите о помощи, то они не могут помочь. Они очень любят, когда мы к ним обращаемся. Говорите им, что вам нужно, и они сделают все, чтобы помочь. Они сделают чудо, если они знают, что вы хотите. У каждого есть как минимум один предназначенный ангел-хранитель. Вы можете назвать его наставником, как хотите. Но у некоторых людей их больше, чем один. Это зависит от того, насколько сложная у них жизнь. У вас их может быть 4 или больше, они заботятся о разных периодах вашей жизни. Если ваша жизнь меняется и начинает идти в другом направлении, эти ангелы меняются местами, и приходит тот, у которого больше знаний в том, над чем вы работаете. Но, как правило, у вас есть один главный ангел, который постоянно с вами в течение всей жизни. Ангелов называют мессенджерами, и это на самом деле кто они есть. Они просто живут на той стороне, и многие из них никогда не хотели инкарнации в форме человека. У них нет этого желания. Они хотят быть на той стороне и заботиться о Земле оттуда. Это просто другие существа, и они реальные. А некоторые из них — это умерший родственник, который решил заботиться о человеке, с которым он был очень близок, и решил продолжать заботиться о нем после перехода в тот мир. Ангелы — это просто другая часть Бога. У них есть своя работа. Существует много-много других форм жизни, о которых вы даже не подозреваете и не можете себе представить. Ангелы — просто одна часть этого. Но они реальны, и у них есть своя работа. И они всегда тут, когда нужны вам. Я люблю свою жизнь. Я действительно люблю свою жизнь, потому что я делаю то, что хочу делать. Я нашла свою страсть. Наверное, правильнее сказать, я нашла свое призвание. Моя работа — это распространять знания по всему миру, написать больше книг,
сконтактировать больше людей, помочь как можно большему количеству людей. Как только вы найдете свою страсть, это все становится всепоглощающим. Но также, когда вы найдете свою страсть, вы начинаете делать в жизни то, что вы должны делать. Я не заболеваю, со мной ничего плохого не случается, потому что тело делает то, что ему нужно делать. Я много лет занимаюсь этим. Я написала много книг, в которых так много знаний. И каждый раз, когда я думаю, что я уже все узнала, все получила, я слышу другую часть информации. Так что я знаю, что есть еще целые миры, которые я еще не изучила. Так что я люблю свою жизнь, люблю то, что я делаю, я люблю путешествовать и давать лекции, узнавать людей. Я желаю, чтобы каждый нашел свое призвание, то, что он действительно хочет делать в жизни. Это так важно. Если вы нашли то, чем хотите заниматься, вы с удовольствием встаете утром и идете делать это. Слишком много людей есть несчастных, потому что они пойманы во что-то, в чем они не хотят быть. Но я думаю, что я нашла то, что должна делать. И это не то, что я ожидала, что буду делать еще, когда я поднимала семью. Но жизнь идет в том направлении, в котором ей следует идти, если вы следуете за ней. Чтобы любить свою жизнь, вначале вы должны найти свое призвание. Найдите то, чем вы действительно хотите заниматься, больше, чем чем-либо еще. У меня были клиенты, которые приходили ко мне, потому что они ненавидели свою работу так сильно, что хотели покончить с жизнью. Ни одна работа не стоит этого. Они чувствовали себя в капкане. Я говорю, вы всегда можете поменять работу. Но они чувствовали себя как в ловушке, из которой не могут выбраться. Всегда есть выход. Многие из них не делают этого сознательно, но они говорят сами себе, «Я всегда могу получить сердечный приступ, и у меня будет хорошее оправдание оставить ненавистную работу, потому что я не смогу работать». Люди сами ставят себя в такое положение, в такую ситуацию, где они как в капкане. Вам не обязательно это делать. Вы можете найти свое призвание. Я всегда спрашиваю клиента, чем бы ты действительно хотел заниматься. Если ты несчастлив со своей работой, несчастлив в жизни, что на самом деле ты хочешь делать? И они говорят об этом, а затем добавляют, ну я не могу этим заниматься, это не принесет денег, в этом нет будущего. Все подумают, что я сумасшедший, если я брошу свою работу и начну рисовать. Или если я брошу работу и стану целителем, там нет денег. И они вынуждены оставаться в колее. Ну что вы собираетесь слушать? То, что говорят люди, или то, что говорит ваше сердце? Потому что иначе вы будете продолжать болеть, быть несчастным. Найдите свое признание, даже если там нет много денег, но это то, что вы хотите делать. К этому я стараюсь призвать людей. Кажется, Джозеф Кэмпбелл сказал, «Найди свою страсть, только тогда ты будешь счастлив».